Да что? А, вы же не в курсе. Это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Я не понял, что произошло. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении. То есть Украины больше нет? Ну, почему же нет? Есть. Где она? А вот, легитимная Украина, правда, без Троещины. Как? Королевство Троещина, наше отечественное Монако. Потом та самая Украина, первая Украина, великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская волость. Шведская волость. Бывшая Полтавская область, областная рада пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле, 300 лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно. А что Швеция? Отмалчивается. СССР? Да. СССР. Союз свободных самодостаточных республик. Бывшая Луганская, Донецкая область со столицей в Горловке. А на Западе еще смешнее. Обратите внимание, Бурштинно-Янтарная республика. Как говорится, и вашим, и нашим. Захидная Джорджия? Это что такое? Я думал, вы сразу догадаетесь. Бывший президент дружественной нам кавказской страны все-таки прорвался из Польши и закрепился. Галицкое королевство. Ну, тут понятно. Понятно. Слурфузия. Вот такая конфузия. Я не понял. Славяно-угорско-румынская фузия. Что ж тут непонятно? А тут вообще названия нет. Целый месяц уже идут прения, никак не могут определиться. Кинули клич. Прилетело 400 вариантов. И по каждому из них проводится референдум. Кошмар. Кстати, такое название тоже есть. Кошерная республика. Ну. Так, Черноморская конфедерация. И много их там? Пока только Одесса, но у них очень большие амбиции. А здесь у нас Крымский эмират. Маштанова республика. Да, бывшая Николаевская, но уже со столицей в Арбузовке. А что с Херсонщиной? Ну, здесь очень любопытная история. Два достойных кандидата пошли во второй тур, дабы никого не обижать, решили поделить Херсонщину поровну. Получилось пивничная Херсонщина и пивная Херсонщина. Так, чем еще похвастаться? Вот это что такое? Вот это красиво? Да. Это Уманская автономная республика с ее черкасским доминионом. Умань – небольшой городок в Украине, который славится не столько уникальным дендропарком Софиевка, как паломничеством ортодоксальных евреев со всего мира. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. Между песнями и молитвами разговоры только об одном, как это место должно превратиться в маленький Израиль. А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? М? Президент Украины Владимир Зеленский создал специальную комиссию, в которую вошли первые лица государства. И она должна заниматься защитой интересов еврейской общины в Умане. Громадяне, кто не уехал из страны, люди, выходите! Для вас всех из-за Украины и Израиля. 1,5 года назад проект в Украине уже показывал, как хасиды бросили вызов украинской коррупции. Что изменилось за это время? И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. Могила Рабби Нахмана не в состоянии принять такое количество людей, поэтому молятся здесь везде. Во временных синагогах, просто на улице или под ларьком. Место значения не имеет. Мы это трогаем, мы уже чувствуем это. По запаху, по чувству, да. Тут уже опа есть. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав, достойнейший сын Завета. Жилье здесь не сдает только ленивый. Цена от $150 с человека за 10 дней. Хотя кто как договорится. Часто хозяева жертвуют собственным удобством, чтобы была возможность заработать. Во время праздника на этих улицах полноправные хозяева хасиды, у которых две задачи – молиться и вкусно есть. Воздерживайся, насколько возможно, от того, чтобы есть торопливо. Тоже и у себя дома, не заглатывая еду поспешно. Принятие пищи – священное действие, требующее максимальной ясности ума. Рабби Нахман. Слушай, давай к нам. Работа у нас не пыльная, обеспечение на высшем уровне. будет все, что пожелаешь. Бааль Шем Тов показал на один человек, который шутник, и сказал, этот самый близкий к Богу. Люди, украинцы, кто-то не уехал, выходите! Люди! У нас говорят, что Бааль Шем Тов 300 лет назад видел, что придет Зеленский и поменяет страну. То есть, получается, Зеленский кто? Очень близкий к Богу. Уважая их религию, я не подходила к синагогам и даже издалека не приближалась к могиле Рабби Нахмана. Женщины не должны отвлекать мужчин, когда они молятся. И хотя у той самой могилы круглый год есть женский вход, на Рош Хашана его закрывают. Тут я и задалась вопросом, а где же женщины, которые сюда приезжают? Пока женщины молятся подальше от посторонних глаз, мужчины собираются проводить ритуал ташлих, а точнее скидывать свои грехи. Для этого 1000 человек идут к ближайшему водоему. Не переставая молиться, они выкидывают из кармана свои грехи, избавляясь от плохой энергии. Желтые воды, теперь тот. Тот? Ну не этот же. Тот. Тимчасово орендована территория. По сути, Китай. И что, люди согласились? После 6 майданов люди предпочитают помалкивать. Эй! Люди! Эй! О том, что происходит сейчас с русской церковью на Украине, словами поговорки, сколько веревочки не виться, все, конец будет. Этот процесс начался не год назад, не 2, не 3, не 10, не 20, он начался достаточно давно. То есть Украины больше нет? Так, начнем еще раз сначала. Перша Україна, легітимна Україна, та сама Україна, велика Україна, Кропивницька. Сравнить то, что происходит на Украине, можно еще с, действительно, с раковой опухолью, да? Сначала появилось маленькое образование, на него махнули рукой, авось само рассосется. В бывшем Днепропетровске, в Днепре сегодняшнем, построенный самый большой на земле еврейский культурный центр. Вот именно от него, как корни и как ростки, будут распространяться. Потом начало расти, потом дало метастазы, а потом вырезать стало больно и опасно. Поэтому, так же, как все другие проблемы, просто на нее не обращали внимания или глушили наркотиками. Вот она доросла до момента, когда что-то надо с ней делать. А вырезать боятся. Раскол будет, раскол на носу, он уже неизбежен. Артисту место на сцене, но не в парламенте. Единственное, что меня в данном отношении утешает, то, что еще в 2014 году монахи Святогорской лавры, которые приезжали к нам в Славянск, прямо говорили, что есть пророчество старцев. Им насочиняли предсказания, вывернули как нужно. Они сидят и ждут. Может быть, они не в интернете не были, именно их лавры. О том, что освобождение, воссоединение Руси, а в их понимании воссоединение Руси – это воссоединение Украины, России и Белоруссии, начнется через полгода после того, как еретики, раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавру. Вот ровно через полгода. чего ты лезешь в музыку? Ты в музыке, как свинья в апельсинах. Средний фиолетового ждет гибели за зеленого. Тоже мне открытие. Все это и без них знаем. Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей, задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Прибалтики, из Польши, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. Почему такая фиксация на евреях и Гитлере? Почему он все время скатывается именно в эту риторику и как-то так неудачно? Ну, это совершенно объяснимо с точки зрения психоанализа, ведь ближайшие родственники господина Лаврова граждане Израиля. И он все время об этом думает. Ему не очень уютно, поскольку так не положено ни формально по закону, ни с этической точки зрения в современной системе власти. И, конечно, об этом знает босс Владимир Владимирович Путин, поэтому господин Лавров все время заносит на евреев. Но, правда, здесь еще вот в этой сентенции, что, дескать, русские – это евреи, жертвы Холокоста наших дней, содержится призыв к жалости. То есть, согласитесь, это другая совсем интонация. Не завтра наши танки будут в Киеве, а послезавтра в Берлине. А пожалейте нас, серых убогих, гонимых цивилизованным миром и жутким коллективным Гитлером. Лицом гитлеризма теперь становится старый милый дедушка Байден. А это кем-то придумывается? Есть какие-то политтехнологи, которые разрабатывают вот такой образ России и русских? Вы человек очень молодой, поэтому вы не помните, наверное, советский журнал «Крокодил». Помню. Нарочно не придумаешь. Вот это нарочно не придумаешь. Это идет с глубины души. Никакой политтехнолог не предложил бы Сергею Лаврову так подставляться. Тем более сегодня жертвой очередных лавровизмов стал легендарный Алексей Павлов, помощник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, который еще несколько месяцев назад опубликовал статью, где обвинил во всех бедствиях Украины и России любавических хасидов, а также причислив к лику любавических хасидов украинских олигархов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Был большой скандал еще и потому, не только всего явственного антисемитизма этих сентенций официального российского чиновника, но и потому, что любавические хасиды долгие годы были опорой Кремля. Ведь именно они в начале нулевых годов, когда возглавлявшийся тогда Владимиром Гусинским, а потом Леонидом Невзлиным, Российский еврейский конгресс был известной фрондой Кремля, оппозиционного, с помощью оппозиционной, так сказать, силы, ну не в полной мере, но во всяком случае не вполне полностью лояльной Владимиру Путину силой, тогда как раз была сформирована параллельная инфраструктура в виде Федерации еврейских общин России, был привезен из Милана, в скобках Италия, главный раввин по версии Фиора Берл Лазар, который с трудом говорил по-русски, но прекрасно вжился в роль главного раввина Российской Федерации по этой версии, поскольку никакой, естественно, вертикальной иерархии раввинов в мире нет. Раввин же это не священник, а просто учитель веры, да, рабби. И поэтому его функции административные, но не какие-то сакральные. Сакральным статусом он не наделен. И поэтому и все это сделали любавические хасиды. Поэтому они очень поддержали Путина в борьбе с другими не совсем лояльными крыльями еврейства и иудаизма, как в РФ, так и вокруг. И тут такой выпад просто в адрес ближайших соратников вождя, естественно. Но после этого Алексей Павлов еще несколько месяцев присидел на своей должности, хотя Николай Платонович Патрушев вынужден был за помощника извиняться. Да, это редкое публичное извинение. Но сейчас нужно было принести сакральную ритуальную еврейскую жертву евреям в качестве извинений за весьма неосторожные высказывания Сергея Лаврова, поэтому Алексей Павлов наконец сегодня уволен. И вот в такой сложнейшей ситуации мы с вами уходим на перемену. Через 10 минут я жду вас здесь.